Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в обзоре коммуникатор от Samsung, модель GT-S5660 Galaxy GO. Продается в такой небольшой компактной коробочке. Очень странная комплектация, отсутствует гарнитура, но присутствует приятный сюрприз. Это карта памяти от Samsung на 2 гигабайта. Из основных функций, которые указаны производителем на коробке, стоит выделить функцию HSDPI. С помощью нее за несколько секунд можно будет скачивать файлы большого размера. Также EGGPRS, экран размером 3,2 дюйма. Далее это камера 3,2 мегапикселя с автофокусом. Ну и очень мощный и производительный процессор 800 МГц. Наличие Wi-Fi, есть также GPS и очень приятная и интересная функция для GPS под названием геотеггинга. В принципе, все. Теперь давайте посмотрим уже на комплектацию данного аппарата. Посмотрим, что внутри коробки. Это сам аппарат Galaxy GO. Задняя крышка. К слову, здесь рифленая поверхность, что очень удобно, не будет выскальзывать из рук. Далее вот сам аппарат. Белого цвета, выпускается также в двух он основных цветовых решениях, это черный и белый. В данном обзоре будет белого цвета. Далее аккумуляторная батарея. Приятный сюрприз, о котором я уже сказал, это microSD-карточка на 2 гигабайта для данного телефона. И, что важно, есть вот такой вот большой переходник, к примеру, для того, чтобы воспользоваться картридером, который microSD, к примеру, не поддерживает. Далее все достаточно стандартно. Это в таком пакете гарантийный талон и руководство пользователя. И последние это два кабеля. Сетевое зарядное устройство. Способ подключения microUSB. Такого тоже небольшого размера. Все очень компактное. И кабель подключения к персональному компьютеру. Также способ подключения microUSB. Вот, в принципе, и все. Больше ничего в наличии не было. Теперь давайте познакомимся с аппаратом уже поближе. Корпус выполнен из очень качественного пластика белого цвета, приятного на ощупь. Задняя крышка рифленая для того, чтобы аппарат не выскальзывал из рук. Впереди находится звуковой динамик, далее тип экрана LCD, его диагональ 3,2 дюйма, разрешение 320 на 480, три системных клавиши, две из них сенсорные, это левая и правая. Левая клавиша дополнительное меню, правая клавиша возврат предыдущее меню. И средняя клавиша, собственно, на которой можно будет нажимать пальцем. Подсветка у левой и правой клавиши белого цвета. Далее на левой стороне корпуса находится небольшая качелька для регулировки громкости. С правой стороны находится слот для microSD карточек вот с такой вот заглушкой. Она отсоединяется. И далее клавиша включения самого аппарата Galaxy GO. Наверху находится вход 3.5 мини-джек для ваших наушников. Еще раз напомню, гарнитура в комплекте не идет. Внизу находится вход microUSB. Его можно будет использовать как для подключения к персональному компьютеру, так и для зарядки. И в задней части находится камера 3,2 мегапикселя с автофокусом и задний звуковой динамик. Вот, в принципе, и все, что можно будет сказать о внешних характеристиках данного аппарата. Теперь давайте уже познакомимся с ним поближе, посмотрим на его функциональность. Все здесь достаточно стандартно. Есть 3G, операционная система Android версии 2.2. Рабочий стол, как у большинства андроидов, поддерживает, как вы видите, и 3D обои. Выглядит это очень красиво и эффектно. Есть и дополнительные меню. Это вызов, телефонная книга, быстрый набор сообщений и вход, самое главное, системное меню данного аппарата. У некоторых из представителей Android есть навигация по меню либо горизонтальная, либо вертикальная. У данного аппарата навигация горизонтальная. Всего лишь три основных меню, но в принципе можно будет добавлять и новые системные значки. Для этого есть Android Market. Все необходимые приложения, как платные, так и бесплатные, можно будет найти именно там. И в дальнейшем добавить необходимые для себя ярлыки в виде нужных вам приложений. В принципе, поддерживает аппарат все современные, самые нужные сервисы от Google. Это и Gmail,
Gmail, это карты Google, это Android Market, это Google Talk и многое другое, в том числе и YouTube. Есть и очень популярная и нужная на сегодняшний день функция голосового набора. Ее можно будет использовать в двух основных вариациях. Это голосовой поиск через сервис Google. Вот он уже выведен на рабочий стол. И также для того, чтобы прокладывать маршрут при помощи GPS, но уже при помощи своего голоса. В принципе, все. Аппарат работает достаточно быстро. Никаких торможений пока что я еще не заметил. Покупкой доволен. Стоит отметить, что большинство игр идут без всяких тормозов, поэтому процессор достаточно шустрый. Стоит отметить и наличие G-сенсора. Аппарат будет улавливать перемещение в пространстве и тем самым подстраивать для удобства вашего восприятия экран. И стоит отметить, скорее всего, главных конкурентов у Galaxy Geo на сегодняшний день. Это также аппараты от Samsung, но уже модель первая, она идет примерно в такой же ценовой категории, как и Geo, это Galaxy Fit. Но у того аппарата очень сильно из-под корпуса выпирает экран, и, как мне кажется, очень быстро на нем появятся царапины. И следующая модель, но она будет уже стоить на 1000-2 подороже, чем, к примеру, данный аппарат, это Galaxy Ace. Но там уже помощнее камера, там будет 5 мегапикселей, будет и вспышка, также экран чуть побольше. Но, в принципе, если вы не гонитесь за подобием айфона и хотите что-то не очень дорогое, но в то же время функциональное, я бы вам посоветовал выбрать именно эту модель. Покупкой очень доволен. Как я уже и сказал, телефон очень приятно лежит в руке. Достаточно легкий. Его общий вес составляет 105 грамм. Как и большинство современных коммуникаторов, коммуникатор от Samsung поддерживает многозадачность, то есть может в одно время выполнять несколько процессов, может быть запущено несколько приложений. И, пожалуй, самый интересный и актуальный вопрос, а можно ли будет после покупки обновить версию операционной системы Android? Это можно будет сделать. После покупки у вас будет версия 2.2, а после обновления прошивки версия станет 2.3.5. Собственно, обновление происходит очень просто. Вам достаточно на официальном сайте Samsung скачать специальную программу синхронизации с вашим персональным компьютером, и она сама предложит вам обновить версию прошивки до более новой. Из плюсов у данного устройства стоит отметить очень хорошие углы обзора. Как вы видите, что горизонтально, что вертикально. Со всех сторон под острым углом все идеально видно. Порадовал и сенсорный экран у данного аппарата. Работает очень качественно, реагирует на все нажатия. Присутствует технология мультитач. Она вам поможет либо приближать, либо отдалять все интересующие вас объекты на веб-странице. Либо, если вы просматриваете фотографию, вам нужно приблизить какую-нибудь маленькую деталь на ней. Очень понравилось, что встроили голосовой набор не только в GPS и в поисковую строку Google, но и в Android Market. Теперь приложение найти достаточно просто. Давайте вам продемонстрирую, как, например, это работает в поисковой системе. Skype. Обработка завершена. Он вам предлагает несколько вариантов. Как вы видите, в точности определил, что я сказал. Нажимаем на Skype. И уже в браузере нам выдаются все те сайты, которые соответствуют нашему запросу. В Android Market данной функцией также очень удобно пользоваться. Давайте попробуем это сделать. Нажимаем на голосовую связь. Norton. И как вы видите, поисковик нам выдает результаты. И первые два результата это то, что мы искали, антивирус Norton. Ну а теперь давайте проверим громкость динамика. Заходим на YouTube. Открываем, к примеру, мое видео «Обзор софта. Часть 4». Делаем громкость на максимум и включаем видеозапись. А сферу интересов. Многим нужен простой видеоредактор для того, чтобы научиться в нем работать буквально за несколько минут, чтобы был не перегружен лишними меню интерфейс и получать в итоге ролики высокого качества. Для профессионалов более интересные видеоредакторы с расширенными функциональными. В целом, динамик звучит великолепно. Если включать, к примеру, музыкальные композиции, звук очень чистый. Из минусов можно выделить всего лишь наличие трех рабочих столов. У большинства коммуникаторов и смартфонов их бывает гораздо больше. Но если вам не нужно загружать рабочий стол огромным количеством ярлыков, то, как мне кажется, данного количества три рабочих стола будет, в принципе, достаточно. Очень жалко, что в комплекте не было гарнитуры. Но в целом покупкой очень
очень доволен. Очень быстрый и качественный коммуникатор от Samsung. Тем более в дни новогоднего безумства, я считаю, это великолепный подарок. Устройство полностью оправдывает свою цену. Качественная сборка, приятно держать в руках. Дорогие друзья, с вами был Владимир. Выбирайте только лучшее, берегите себя. Are you ready? Get it on! Yo!